Фото с открытия нового моста в селе Эрганакли, Махале Эрганакли Булунгурского района, будут в семейных альбомах, пожалуй, жители не только этой части Тумана, но и села Губур Махале Янгибох Бахмальского района Джизакской области. Он соединяет районы двух областей. Этого события ждали несколько десятилетий. Прежняя переправа через Арык, построенная в 70-х годах прошлого столетия, совсем пришла в негодность. В результате селевых паводков путепровод размывало, его несколько раз ремонтировали снова. Но из-за сильных осадков он оказался в аварийном состоянии. Как передают пресс-службы хакимиата Булунгурского района, стоимость моста с железобетонным покрытием составила более 2 миллиардов суммы, выделенных из госбюджета. Его протяженность равна 36 метрам, а ширина – 9 метрам. Жители Эрганакли уверены, что новый мост – это прямой путь к развитию села. О старой многострадальной переправе, расположенной в 5-6 метрах от новой, быстро забыли. Здесь не ходят даже пешеходы. Новый мост протяженностью 27 метров и шириной 6 метров построен и в Махале Авлиё-Парпе. Он проходит через канал Туя-Туртар. Инг заруры, мана кабрстанымыз бар. Кабрстанга илгари бир майт өткизетканда айрым адамлардын шу жакта кап кеткен жайлары бар. Тейникелер келгенде умуман кабр башыга барамасыды. На строительство нового моста средства были выделены из местного бюджета. Он решил проблему нескольких населенных пунктов района, а именно трех сел Махале Авлиё-Парпе, Хотам, Эшон и Куват.